Це двигатель в Ватерлоо. Люди Старика скоро займутся разгрузкой. Им нечего будет разгружать. Собери группу Чаринг-Кросс. Я отправлю двигатели, заберете их. Леди и джентльмены, прошу прощения за задержку. Централ Стейшн вот-вот откроется. Да где это чертово расписание? Станция закрыта. Приказ Этауэй. Ты же видел чертежи. Ты знал об этом изъяне? Незначительный изъян, сэр. В остальном вагон полностью защищен. Стани не было. Нет. Скорее, шеф, где же вы? Нет, но это форменная псу. Поезд вот-вот уйдет. Этих тупиц будет несложно обложить. Ты исчез. Опять ушел. И где он?
Джон. Слышал. Скоро прибудет мой коллега с графиком. За мной! Покончим с ним! Тебе конец! Брось с дороги! Пистолет наготове! Бросайте в него все свое искусство! Выбери глаза! Мы были хорошими партнерами. Нашему сотрудничеству пришел конец. Это бизнес, мистер Фрай. Для успеха все средства хороши. Кроуфорда не обрадует весть о моей смерти. Его опасно злить. Я стольким пожертвовала. Жаль мои омнибусы. Yeah.
When coldness or deceit shall slight their beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Мистер Старик, я же просил не беспокоить меня! Till break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember me. Кроуфорд. Этот скот отнял у меня мою Перл. Я предам его правосудию. Перл не нужно правосудие. Она хотела бы отомстить. Ценю ваше рвение, мисс Торн. Но мы не можем позволить эмоциям подрывать верховенство закона. В этом случае враг победит. Все будет сделано тихо. Мисс Фрай окончит свои дни на виселице. А ее братца я убью, когда он придет за ней. Полагаю, выхода нет. Только не надо рисковать. Соберите силы тамплиеров в Лондоне. Мы защитим этот город света. Да, Кроуфорд. А потом... мы войдем в тайник, и тогда разгоним все тени вместе. Письмо для меня? Так, что у нас тут? Бойлер, если вмешается этот дредж, нам конец. Сегодня он ошивался у пункта обмена и задавал слишком много вопросов. Если дредж раскроет мой план, ты лишишься не только работы. Подпись Плутос. Значит, Плутос банкир Старика. Держу пари, дредж к нему приведет. Пока развлекаешься, постарайся не разрушить основы медицины или транспортную сеть. Не смеши меня. На кону жизни невинных. Люди зависят от города. Между тем, не я упустил Люси Торн. Эту ошибку я исправлю, как только смогу. Письмо для меня? Толку отключай, если не знаешь, где замок. Полагаю, у мисс Торн те же затруднения. Генри, мистер Грин, вот, глядите. Это от шкатулки самой королевы. Хранится в Тауэре. Это крепость. У вас там случайно нет знакомых? Один стражник. Если сможете найти его внутри. Я приду, когда найду плащаницу. Спасибо за помощь. Да, да. Удачи. Иви.
Кругом стража. Патрули я отследила. Торн, возможно, уже внутри. Останусь пока в тени. От сундука с плащаницей у вас. Принесите ее мне. Стой! Эскорт ключей. Стой! Кто идет? Ключи? Чьи ключи? Ключи королевы Виктории. Дорогу! Ключом королевы! Все спокойно! Вы не из стражи. Сколько вас здесь? Отвечайте! Пустите! Это измена! Как только я выберусь, вы поплатитесь за это! Тогда ты ответишь за все. Вы из друзей Грина? Слава богу, вы тут. Тут везде тамплиеры, переодетые в стражников. Думаю, смогу сойти за одного из них и провести вас внутрь. Только стражники тут знают меня в лицо. Сперва разберитесь с ними. Как закончите, ждите у Белой башни. Thank you.
Ха! Наверху! Слезайте! Не нравится мне она. Мисс, мы тут такого не потерпим. С этими покончено. Что дальше? Мисс Торн хочет схватить меня. Арестуйте меня, это ее отвлечет. Сможете не выдать себя? Притвориться, что вы моя пленница? Постараюсь, мэм. Если подойдем близко, тамплиеры могут меня раскрыть. Будем осторожны. Я схватил ассасина! Откройте! Доложите мисс Торн, я веду ассасина! Я знал, что ты клюнешь. Ассасин в цепях! Славное зрелище! Спорим, тебе не понравится то, что для тебя готовит мисс Торн. Правый,
Здесь точно что-то есть. Лондон принадлежит тамплиерам. Запомни это! Твой брат следующий, милашка. Она разгуливала по крепости, мэм. Я решил привести ее к вам. Здравствуйте, мисс Фрай. Не подскажете, где плащаница? Как хотите. Я найду ее и без вашей помощи. А потом я задушу ей вас. Сторожите ее. Видно вы так? Что ж, вам все-таки удалось убить меня. Но ваши труды напрасны. Плащаницы здесь нет. Вы искали орудие исцеления, чтобы упрочить свою власть. Не мою, нашу. Как же вы все-таки недальновидны. Вы копите силу, чтобы просто копить. А мы могли бы улучшить жизнь людей. Надеюсь, вы не найдете плащаницу. Вы понятия не имеете, что она может. Так скажите. Нет. Лучше уходите. Дальше мы сами. Переломайте ей все кости! Yeah.
Запишите. Запечатайте и ждите дальнейших указаний. Мисс Торн. Вы помогли нам устроить будущее Лондона. Мы благодарны. И Орден, и я. Но поймите, плащаница моя. Увы, я разрываю наш союз. Обещаю обеспечивать вас до самой старости. Это все, что я могу. Да направит вас отец понимания. Да, войдите. Мисс Торн, сэр. Что с ней? Мне жаль, сэр. Она мертва. А где ключ? Мне нужен ключ! Увы, при ней мы ключа не нашли, сэр. Плащаница будет моей. И ради этого я готов пойти на все. Сожги письмо. Я не собираюсь на вас работать, преступники. Если надумаешь артачиться, мы наведаемся в гости к твоей семейке. Не смей их трогать! Эй!
Молодец. Дышите, они отстали. Ненадолго. Теперь мои дети. Они... Но... Что от вас хотят висельники? В городе полный бардак с тех пор, как накрылись компании Этуэй и Милнера. Вот банды накинулись на лакомый кусок. Спасибо, Джейкоб. В городе только я делаю амнибусы. Они требуют, чтобы я работал на них. Мы планируем основать единую транспортную компанию. Как там говорят в Америке? Сделано народом для народа. Такой мы хотим видеть лондонскую главную амнибусную компанию. Но эти гады завладели купчей на эту и транспорт. Без нее у нас ничего не выйдет. Мистер Бейли, меня зовут мисс Фрай. Считайте меня вашим союзником. Спокойно. Ей будет больно! Oops. Вот она! Ты
Люди Рота все поняли. Вашу семью не тронут. Ну, разве не сокровище?
основатели лондонской главной омнибусной компании. Все хорошие ребята. Мы мигом дело наладим. Спасибо, мисс Фрай. Не за что. Здесь столько всего интересного! Заходите ко мне снова! Я возьму. Держите, сэр. Я считаю, нельзя доверять руководство первому встречному. Сейчас важно сформировать надежные руководящие круги. Именно они приведут нас к успеху. Куда идут гиганты бизнеса, туда и весь мир. Ты бестолочь. Найди работу. Лучшая охрана в мире. Мистеру Дреджу не повезло. Ah, 2,000 for you. I understand how it is.
кто-нибудь был на хранилище банка? What's happening here? Cover that. You mark my words. Шевелитесь и смотрите вперед. Вы совершаете ошибку, сэр. What is that? What on earth is going on over there? Вот недоумок. Я вас арестую. Я... Подождите-ка. Знакомый голос. Фрай. Это вы? Фрай! Джейкоб, это я, Фредерик Аберлайн. Фредди. Сержант. Прикрытие. Уверен, планируется ограбление Банка Англии. Да, но это же крепость. Да, коллеги меня уже засмеяли. Видимо, они не хранят там сбережения. Кто главарь? Не могу сказать. А, ну уже, Фредди, я могу помочь. Представь заголовки. Воры пойманы с поличным. Аберлайн не ошибался. Что ж, кое-что расскажу. Каждый квартал происходит ограбление. Отделения всегда разные. Похоже, грабители закупаются в Кокхэм Мерчантс. Спасибо тебе, Фредди. Сержант! Я слежу за вами, учтите!
если бы знать, какой груз, я бы отследил его до получателя. А это мысль, Фредди. Ну вот я и на месте. Доки, где же ящики, предназначенные для мистера Пултоса?